«Жажду слова не утолить». Эти слова стали эпиграфом творческой встречи с поэтом Василием Андреевским. Тематика стихотворений автора обширна. В них найдется место и духовным ценностям, и любви к природе, к своей малой родине. Вот уже 35 лет Василий Григорьевич с помощью поэтических образов и приемов говорит со своей аудиторией. «Сердце удяшник обменник, это ложь, это щедрость, без меры и любови не сгаснет. Свои первые стихотворения поэт начал публиковать в 1987 году в мозырской газете «Коммунист Полесья». Белорусский читатель также мог познакомиться с его творчеством в республиканских изданиях «Полымя», «Молодость», «Селка», «Вожик», «Литература и мастерство». Не секрет, что белорусская мова славится своей красотой и мелодичностью. Некоторые стихотворения Василия Андреевского легли в основу песен композитора и исполнителя Михаила Копыча. Он также пришел на встречу и исполнил для гостей несколько музыкальных произведений. На данный момент стихи Андреевского вошли в 4 коллективных поэтических сборника. Есть 4 авторских книги, где вся поэзия пера Василия Григорьевича. Говорит, что материал есть еще на один сборник. В скором времени он увидит свет. Кстати, в завершении творческой встречи Василий Андреевский слышал не только слова благодарности, но и поздравления. Недавно автор отметил свой 55-летний юбилей. Екатерина Горбачева, Евгений Степанов, телеканал «Мозырь». А ты пришла и круто изменила все в раз.